В ночь с 27 на 28 апреля в Богородице-Скорбященском кафедральном соборе Десногорска состоялись пасхальные богослужения. Специально в честь праздника в Десногорский собор прибыл его преосвященство епископ Рославский и Десногорский Милетий. Он провел полуношницу, крестный ход, пасхальную заутреннюю и божественную литургию. По традиции богослужебные песнопения исполнял хор собора. Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе, спасе» вокруг собора был совершен крестный ход. Во время литургии пасхальное Евангелие читалось на русском, осетинском, латинском, украинском, английском и греческом языках. Принять участие в заутренней и божественной литургии пришло много верующих десногорцев. Посетили службу и представители десногорской власти. В завершении службы архипастырь осветил артос и пасхальные куличи, яйца и пасхи, принесенные верующими. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.